Пюре из тыквы, яблока и айвы. Берем кусок тыквы, например, сантиметр на 10 сантиметров такой. Яблочко сладенькое желательно. Кислое полезнее, но сладкое вкуснее будет. И айву. Все моем, нарезаем, убираем все лишнее, кладем в емкость блендера, доливаем теплую воду или сок какой-нибудь яблочный, там, тыквенный. Взбиваем тщательно и получаем такое вот пюре. Вкуснейшее, полезнейшее. Можно финик добавить, как подсластитель, там, изюм. Можно топинамбуринку кинуть. Сахар снижает, тоже полезное для пищеварительного тракта. Улучшает пищеварение, послабляет. Отличное пюре. Вот так. Кто как тыкву применяет, можно делать такие вот десертики утренние.